Я вам со вчерашнего дня оставил. Выпусти. Харьки на волю. А мячик я забыла. Брюс, что ты к нему пристаешь? Брюс. Это мамин кот. Где Макс, Брюс? Закрыл дверь? Покажи, какой футболист. Он уже раскрывает. Давай. Вот так. Что-то разговаривает. Брюс. Ну что вы такие пассивные, как начнешь снимать? О, Господи. Брюс. Вообще ничего. Сливается с этим. Смех. Да, задние лапы. Правильно все. Пеле. Отдай. Отдай. Где он? Прям подкинула. Сейчас шкрепсти будет. Че лежим тут? Злиться. Ничего себе, вообще пипец. Из-под как стола. Ниндзя. Да вообще. Косая вообще. Косая. Вниз. Дай. Отдай мяч. Отдай мне мяч. Вот так вот. Давай пока. Оп, оп. Зацепился и лежит теперь. Больно, что ли? Брюс, давай, мы футболисты. Пас, пас. Зубы, что ли, взял? А где хорь? Вот он, ему все равно. Что там кушать, наверное, хочет.
Мячик, видишь, да, держит ногой, как ты говорил. Пипец, слушай, откуда у него это? Не знаю. А, и туда, и туда. Не знаю, это мячик, и мячика стоять не может. Это вот характер. Офигеть, как люди. Жадина. Да. Он вообще ревнивый. А этот возмущается. Давай, Брюс. На. Где ты? Мне ж не видно. Мочилова. Обнимашки, обнимашки. Вы чего деретесь? Ой, ой, ой. Че деремся? Все. Паника, паника. Смотри, вы поняли. Из-за мячика подрались. Ну. Куда ты? Горячий, что хозяин. Наколол. Наколол и радостный. Ой, блин, не поймала. Чё, Брюс, возмущение? Вижу на твоем лице возмущение. Распоясался совсем. Да, Брюс? Ремень по нему плачет или по кому? Корм валяется на полу. Брюс, на. Глазастый. Начинаются у крысы загоны. Футболюга. Слышно, да, разговаривает? То, о чем говорила. Ну, Брюс. Что застрял? Ходи давай. Обана. Сейчас он тебя тут замочит. Брюс. Ты что, холодильник? А, здесь. Боится, орёт. Возмущается. Опа. Давай, иди его, давай. О, музыка играет. Ты что такая дерзкая, а? Машина проезжает, слышно. Нельзя.
он мячик боится, он что знает, что с мячом потом только ему пристанет. Что, такой вкусный мячик, да? Брюс. Жрет его. Куда хочешь? Ревнует. К папе пошел. Ку-ку-ку-ку-ку-ку, курица. Видишь, ревнует, видишь? Угу. Нюхает руку мою. Следом. Думаю, что да там. Ну, снимаю. Не хочет с мячиком играться. Ему больше отпариватель нравится. Крысятник. Лак-пак-пак. Да что ж такое, а? Вот, Брюс, лови его. Фу. Не хочется вообще с мячом играть. Ну что ты сидишь? Быстро, быстро! Давай. Что там? Брюс! Макс. Чё? Оттянулся. Ну. Ты вот. Быстро вырвался. Видела? Вот так вот. Знаешь, сколько раз я видела, как он на двух задних лапах бывает, правда, проходит. Ну, когда с мячом играет, да? Так что вот, вот у тебя футболист, а ты не радуешься. Так даже дети играть могут не будут, ну, не все играют, как кошка. Что, Брюс? Стол, что ли, залез? Где голова? Окопник. Драчун. Побил хорька.
Это висит с мячик. Что там? Плюс. Непонятно. Куда пошел жмурик? Бери ноги. Поймала его. Поймала. Поймала. Поймала она. Фу. Сотрясение. Флоток полез. Вот он отдыхает, сидит. Угу. Тоже устает. Понятно. Ему надо когти подстричь. Вот так вот. Когда взяли, он так не делал. Оп. И боится, знает, что ругать будет. Хвостом. Господи, гудел он. Блин, опять? Да что такое? Вот грызет, гад. Вот так вот заводить. Все сгрызет. Была бы его воля. Макс. Дерганы. Фиг сфокусируешься. Да не трогаю я тебя, Брамуш. Трагедия. Где ты тут? Ого. Не прокатывает. Что это за звук? Ну, почему не хочет, да, играть? Он понял, что что-то с мячом не то. Не хочет его вообще трогать. Боится как будто, да, его? Да. Этот устал, все, дохлик. Ой. И лижется тут же. Что за? Дай. Дай мяч.
Брюс, дай мне. Блин, поймал, да что ж такое-то? Ничего себе. Антон, они дерутся. Что случилось? Почему у них такого не было поначалу? Убери его домой, наверное, пусть отдыхает. Не подержи, да, чуть-чуть. Хвост распушил. Ты чего на него нападаешь? Что он тебе сделал? Вот все это вот. Все-таки он этого. Он, конечно, к нему тянется, но срывает почему-то на нем злость. Ну, маленького. Да. Нашел, да, вот как у детей. Обижает он маленького, хоть тот и старше. Но все равно. Что же будет, если собаку завести? Он аж прикончит тебя, Брюс. Убежать будет тебя. Ах, картошкой запахло. Оба. Вообще, ну и кот. Оп. Ртом. Зубастик. Дай мне мяч. Нахуй прикрывает задний и все жопой. Кто тебя научил играться? Смотри, что делает. Что это? Ну, когда он задний. Футболисты же тоже что-то делают? Да. На поле ложатся и ногами? Хотя они часто ложатся, типа им больно. Имитируют. Тихо! Я... мимо. Мне же еще не видно, у меня же камера в руках. Дай мяч. Вот я сейчас поиграю и все. Футбол, этот, как его зовут? Зарядка. Ух ты. Ну, раз, он подкидывает его. Опять, видишь? Это пипец. Что это? Не знаю. И подмигивает еще. Потому что он играет с нами. Брюсечка, ты футболист, что ли? А мы тебя Брюсли назвали. Надо было по-другому обозвать его. Как там у вас, кто там есть? Рональдиньо. Рональдиньо. Зизу. Зинедин Зидан. Дышит, устал. Брюсечка, дай мяч. Мяч дай. Дай мне мяч, где мяч? Ты что, яйца отсиживаешь? Отсидит на мяче, на мячике. Это что-то с чем-то. Давай. Что, мне самой, что ли? Нашел. Уже подустал, конечно, кот. Давай. А, подбила. Обалдеть, перепрыгнул. Дай мяч, Брюс, дай мяч. Это что такое? Вот он еще не выучил. Любовь!
Все.